Многолюдность сегодня и на сельских кладбищах, даже в отдаленных уголках страны. На Радуницу, агрогородок Поречье, у границы с Литвой оживает. Население увеличивается вдвое. Сотни людей приезжают поставить лампаду у могил родных. Ольга Калюжная больше 30 лет живет в Калининграде, но каждый год берет отпуск и в апреле едет на родину. Женщина преодолевает более 300 километров и 4 границы, чтобы посетить могилы отца и дяди. Однозначно это святой день для меня и для моих близких. Даже с внучкой мы приезжаем, периодически бывает так, что приезжаем со своими детьми, сыновьями. Сотни километров преодолевают и белорусы. Автомобили из Брестской, Гомельской, Могилевской области тоже в Поречье приезжают целыми семьями. Говорят, по традиции, ко дню поминовения, захоронение обязательно надо привести в порядок. Это правильно, что праздник, праздничный день. Люди издалека везде. Я знаю, что даже за этот день многие, несколько кладбищ по Беларуси проезжают, всю Беларусь. Почти у каждой семьи есть родные в соседней Литве. Для жителей приграничья работает упрощенный пункт пропуска Поречье. До Евросоюза всего 10 километров, а в объезд все 60. На Пасху и Радуницу обычно немноголюдный участок принимает десятки пешеходов и автомобилистов. Ежегодно в такие дни пересечение государственной границы, как правило, жителями приграничья увеличивается, так как все стремятся посетить захоронение своих родных и близких. И связи между родными и близкими, находящимися на территории как Республики Беларусь, так и Литовской Республики, не ослабевают, а наоборот, только усиливаются. Для подтверждения посещения мест захоронения родных и близких жителей приграничья предоставлять каких-либо дополнительных документов не нужно. Им достаточно документа на право пересечения государственной границы и визы сопредельного государства. После того, как наведут порядок на кладбищах, жители приграничья проведут вечер с близкими и за ужином обязательно зажгут свечи и еще раз вместе вспомнят ушедших родных.